А след участник имеет огромный опыт на этой сцене. Он вырос из обычного технолога досуга до самого настоящего режиссера. Участник под номером 12. Студент факультета подготовки учителей начальных классов. Михаил Смолин. Искусство – великая тайна, к разгадке которой прикоснулся каждый из нас. Мы живем искусством, и искусство живет в каждом из нас. Каждый привносит в картину мира свой взгляд на обыденные вещи, делает их яркими и необычными. Кто-то в танце растворяет боль, печаль, тоску и страсть. Кто-то может передать эмоции сласть. Кто-то мир на холсте видит в красках. Кто-то на бумаге роли пишет и маски. Но кто бы ты ни был, хореограф, актер, каждому нужен свой режиссер. Идея – это самое главное, что есть в искусстве. Ведь порой искусство – это набор бесконечных закрытых тем и устоев, от которых никак нельзя отступить. И порой идея дает нам глоток свежего воздуха. И иногда она возникает спонтанно. Вот, допустим, видишь человека, и ты понимаешь, что он нужен тебе. И ты стараешься человеку показать во всей его красе. Ты стараешься показать ему все его способности. И тогда человек находит себя и раскрывается в творчестве. Но одного жанра мало. Чтобы создать по-настоящему что-то стоящее, нужно порой уходить от шаблонов и добавлять в искусство побольше ярких красок. Эмоции в нашей жизни значат очень много. И порой актеру очень трудно сориентироваться среди бесконечного потока идей сценариев. И здесь ему на помощь также приходит режиссер. Он дает ему нужный посыл. И вот уже актер рукоплещет и играет на публику. И публика уже аплодирует ему и даже смеется. А скромное имя режиссера снова остается за кадром. О, а вот и коллега по несчастью. Но человек нужный, сценарист. Его идеи, как ветер, то штиль гуляет между строк, то шторм бушует между его чарующих сюжетов и героев, но главное не переборщить сюжетом. Безусловно, каждый из видов искусства своеобразен и уникален, но когда мы живем одной целью, когда мы играем на этой сцене для вас, наши дорогие зрители, получается настоящий шедевр. Искусство. Искусство быть такими разными, но такими похожими. Искусство живет в каждом из нас. Нужно только найти в себе частичку искусства и идти ему навстречу. Вперед! Навстречу искусству! Ну давайте, Миша, поприветствуем как надо. Миша же молодец, все просто. Я думаю, все согласны.